что будет, если говорящему Хуану дать миллион зелий отравления? Говорят, что он приходит к каждому, кто не подписался на канал и не поставил лайк. Фух, ребят, это будет очень трудно дать ему миллион зелий, но я все-таки запасусь терпением и начну ему давать эти зелья. Так, погнали. Ребята, прошло где-то часов 10. Я уже настолько устал ему давать эти зелья, так что я вынужден завершить эксперимент. Давайте я зайду проверить, что с ним произошло. Ребята, что с ним стало? Что?